Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За установку дополнительных динамиков в автомобиле, оказывается, тоже существует штраф 500 рублей. Нашпиговывание машины акустикой является изменением конструкции транспортного средства, о чем говорится в техническом регламенте. Так что, напомнили в Министерстве внутренних дел, инспекторы вправе не только присматриваться к авто с целью увидеть нештатный свет, диски или обвес, но и прислушиваться. Трасса 101. Льготные займы на покупку новых автомобилей россиянам пообещали вернуть в следующем году. Минпромторг собирается зарезервировать на это 10 миллиардов рублей. Возобновить планируется и программу лизинга. Напомню, что в рамках льготного автокредитования предусматривалась 10% скидка на авто отечественного производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Трасса 101. УАЗик, который подключается к розетке, сложно пока представить, но серийный выпуск электромобилей Ульяновский автомобильный завод собирается наладить уже в начале следующего года. Речь идет о зеленой версии внедорожника «Хантер». Якобы на 10 машин уже имеется покупатель. Далее в течение 5 лет у каждой модели УАЗа появится электрический аналог. Трасса 101. В августе продажи новых автомобилей «Лада» упали почти на треть. Возможно, кто-то слишком задрал цены? Нет, АвтоВАЗ винит во всем мировой кризис в сфере поставки электронных комплектующих. Кстати, в конце лета впервые за долгое время самой продаваемой моделью тольяттинского предприятия стала «Лада Веста». Стоит она сейчас минимум почти 800 тысяч рублей. Далее идут «Гранта» и «Нива». Трасса 101. В Ростове-на-Дону автоугонщик необычным способом решил завладеть чужим автомобилем. Он не разбил стекло, не взломал замок, а просто вызвал эвакуатор. Странно, говорят, что эвакуаторщики спрашивают документы на машину. Законный хозяин авто увидел процесс погрузки любимой ласточки и вмешиваться не стал, а вызвал полицию. Злоумышленника задержали. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.